больше воды сделаю. Здесь зеленый. Нет, тут красный тоже. Это же рост. Это штанины зеленые. Девчонки, привет. А почему именно крокодила рисуете? Да просто захотелось. Это первое, что мы нашли. Ну как-то раньше девчонки цветы там рисовали, раньше котов, может там, а крокодил? А мы взрослые девочки. Чё-чё? Мы взрослые девочки. Взрослые, да? Взрослые девочки. Ну он у вас добрый, да? Ну, наверное. Добрый? Он не сожрет никого, да? А он может сожрать здесь, да, кому-нибудь? Конечно. То есть наступать лучше не надо, да? Конечно. Она сейчас рискует жизнью, да? Да. Где белый? У меня. Не белый. А дальше что будете рисовать? Не знаю. Корабль, который съел крокодил. Давайте Африку продолжайте дальше рисовать, да? Давайте, жирафтов, давайте. Я, наверное, подумал, просто тепло настало, и вам решилось что-то африканское, теплое нарисовать, да? Да. А у вас есть какое-то образование или просто любители рисовать? Ну, как? На самом деле мы в художку ходим, но она нет. В художку ходите, да? Да, мы вдвоем. Это замечательное место, щелкают. Ну ладно, успехов вам. Спасибо.